Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy A22, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить ночной режим. Не путайте с темной темой. Многие жалуются, что на этом устройстве нет ночного режима, но он есть. Смотрите, заходим в приложение «Настройки» и открываем пункт «Display». Затем видим пункт «Комфорт для глаз» и включаем его. Здесь мы можем настроить цветовую температуру комфорта для глаз, то есть сильно урезать синие лучи, либо же не сильно его их урезать. Я бы урезал где-то вот так вот на половинку, для того, чтобы можно было комфортно пользоваться экраном и чтобы глаза не уставали. Вот таким вот образом называется ночной режим на телефоне Samsung Galaxy A22. И то из-за того, что другое название, люди его просто-напросто не могут найти. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, они нам очень сильно помогают. Если это видео было интересным и полезным для вас, обязательно нам об этом напишите. Ну а на этом, пожалуй, все. До свидания.